Приветствую вас, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня очередная распаковка посылки. Посылочка мне пришла с города Владивостока. И что примечательно, она была отправлена 15 января. А сегодня она мне пришла уже с доставкой на дом. А сегодня 20 января. То есть за 5 дней до меня пришла долгожданная посылочка. Почему долгожданная? Сейчас вам расскажу и поясню. Так как я являюсь владельцем аэрографов Джаз, вот, и они мне уже изрядно надоели, а надоели по какой причине? Постоянно прокладки вылетают, надо менять и или перематывать фумлентой. Вот. Ну, это надоело. Я выбирал себе аэрограф, ну, чтобы мне не из дорогого класса, что дорогие аэрографы и стоят дорого. Я нашел для себя очень хороший вариант и заказал его. Вот как хорошо все упаковано. Вот. А заказал я себе, друзья, аэрограф Inkit. По отзывам почитал в интернете, попробовал у друга. Мне данный аэрограф очень понравился в работе. Ну, я заказал. Один из плюсов его — это тефлоновые прокладочки. Но обзор я сделаю уже в другом видео. А сейчас пока что скроем и посмотрим, как все до меня доехало и что в наборе, какая комплектация. Видите, хорошо упаковано, все очень добротно. Игла для чистки сопел, ёршики для чистки аэрографа, набор для разборки. Все это необходимо в аэрографии. Более, когда приходится разбирать аэрограф, чистить, промывать. Ну и вот такой вот пришел мне красавец. Давно уже смотрел на этот аэрограф. Я сделаю обзор данного аэрографа. Наверное, потом сравню его с Джазом. Или с Джазами, у меня их несколько. Но на вид очень хорошо и добротно сделано. Даже сама, вот, как видите, металлическая коробочка — это уже большой плюс. И вот такой вот колпачок для защиты сопла, диффузора, иглы. Вот это я дополнительно брал. Хороший, приятный аэрограф. И мне даже кажется, он полегче, чем Джаз. У меня практически такой Джаз похож, но отличия есть. Игла 0,3 миллиметра запасная, ну или дополнительная. Вот, тоже заказывал. И сопла. Так они идут обычно стандартными наборами, или с иглой 0,2, или с иглой 0,3. Но чтобы не брать два аэрографа, можно взять запасную иглу.
То есть, как видите, все отлично прибыло. Ссылочка, где приобрел данный аэрограф, будет в описании под видео. Вот. Все отлично. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте обзор. Сейчас немножко поработаю, посмотрю, чтобы уже дать объективно отзыв. Понравился, не понравился, но я говорю, я у друга уже попробовал, мне понравилось больше, чем джазом работать. Но посмотрим, посмотрим данную модель. У друга каприз, а у меня ниндзя. Ну, проверим. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.